6 по 11 марта 2019 года в городе Салават Республики Башкортостан состоялся всероссийский финал клуба имени Тарасова «Золотая шайба». Со всероссийского соревнования ребята с нашего города вернулись с победой. Олимпо-2002 под руководством Ильи Шевяхова для выхода в финал требовалось пройти 3 игры. Хоккеисты со счетом 8-2 обыграли соперников в матче «Энергия-центр Хватькова» и вышли в полуфинал. До начала «Золотой шайбы» мы поучаствовали в соревнованиях первенства Татарстана и заняли первое место в финале, обыграв Уфу со счетом 4-3. А дальше поехали на золотую шайбу в город Салават. Эмоции, если честно, были не такие, потому что команды были, ну, так скажем, ниже уровнем. Но победа есть победа, все старались, все молодцы. В финале команда «Олимп» встретилась с ребятами из команды «Семенович» из города Барнаул. Наши игроки разгромили соперников со счетом 1-11. Их родители, тренеры и одноклассники собрались в Ледовом дворце «Олимп», чтобы встретить чемпионов. Малай Сима Альмир, икинчи номер, хоккейный клуб «Олимп», эткен именды. Эмоциялар просто зашкаливает. Детсаттан, жүрттілер, тренер инды, икинчи атасы дебейті була инды, тәрбиеледі, устырды. Молодец, Бузбикшот, тренер года, Бигзур Рахматлер. Слова благодарности, конечно, звучали прежде всего тренеру. Вашими усилиями перед нами стоят будущие чемпионы универсиады и олимпиады, сказал заместитель главы района Ришат Самигуллин. Среди нас когда-нибудь мы хотим видеть чемпионов мира. У каждого спортсмена есть цель. Это олимпиада. Среди вас мы хотим видеть призеров и чемпионов Олимпийских игр. Для этого надо заниматься спортом, не забывать спорт, слушать своих тренеров. Мы благодарны нашим тренерам. И в прошлом году вот наши ребята показали хороший результат, защищая нашей республики, стали чемпионами турнира «Золотая шайба». И в этом году еще раз доказали, самая сильнейшая команда по хоккею – это наши ребята с «Мамадыша». Поздравляю! Турнир «Золотая шайба» для юношей не предел. В дальнейшем команда «Олимп-2002» планирует принять участие в первенстве по хоккею. Одно из таких предстоящих мероприятий – матч звезд. Ну, ближайшее будущее у нас, во-первых, у этих же ребят 2002-2003 года. Мы планируем совместно с Федерацией хоккея «Татарстан» провести здесь матч звезд. Он проходил первый раз в том году в Казани. В этом году попробуем сделать здесь. То есть это собирается команда Запада, команда Востока. Делится на две команды, получается. И будет игра, шоу, какие-то мастер-классы, ожидаем гостей. Это вот ближайшее будущее, это конец апреля. Команда «Олимп-2002» была создана в 2006 году. Ребятам, впервые вышедшим на лед, тогда было всего по 4 года. Занимающиеся хоккеем с детского сада мальчишки сегодня уже чемпионы России. Ура! Айгуль Надыршин, Алексей Петров, Фаиш Шайхутдинов. Новости Татарстана.